Друзья, мои покупки на барахолочке. Сейчас вам покажу. Так, первый предмет — это тарелочка. Она как раз сейчас в теме. Запорожская АЭС. Второй предмет — это шахматы подарочные, 78 год, Минск. Фигурки все целые, подложки все на месте. Фигуры с утяжелителем. Дальше два подстаканника Скань. Вот такую вот шикарную тяжелую пушечку. Такой маленький подсвечник, подсвечечку. Красивый предмет. И ЗИЛ, по-моему, 157-й. Если я не ошибаюсь, ракетоносец. Ну, как-то так. Данные предметы вы можете приобрести в группе в Фейсбуке «Фабрика винтажа» или в Телеграм-канале.